Стал известен размер президентских выплат в Татарстане. По инициативе Рустама Миниханова, женщины, проживающие на селе, при рождении первого и третьего ребенка будут получать по 50 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Напомним, выплата единовременная. Рост тарифов на коммунальные услуги в этом году должен быть в пределах инфляции и не превышать 4,2%. Об этом сегодня сообщили на итоговой коллегии Госкомитета по тарифам. При этом есть вопросы к ресурсоснабжающим организациям. Православные готовятся к крещению. Освящение воды в Раевском озере совершит митрополит Казанский Татарстанский Феофан. В Казани освятят воду в 6 купелях. Врачи и спасатели напоминают о правилах безопасности.